Hey! Over here, Saw Boy! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидемон. Мы продолжаем проходить жестокий Devil May Cry. И на этот раз у нас на очереди 11-я миссия Орден Хаоса. Ну что, погнали. В последней миссии мы убили ублюдочного Боба Барбоса, но мы узнали, что эта сволочь забрала наших друзей. И теперь, видимо, мы пойдем их спасать. Not in yet. I gotta get to them first. Hang in there, guys. I'm on my way. Я иду, ребятки. Ну что же, неужели нам придется мочить спецназовцев? Или да, нас опять засосет в лимбо. Убить Данте. А спецназовцы теперь так выглядят. Нажмите, чтобы воспользоваться аквилой. Нажмите Q плюс или F, чтобы атаковать с помощью аквилы. Вау, вот это вещь. Слушайте, ребята. Так, а на F у нас что? Вперед, уроды. Воу, ничего себе. Вот это да, ребята. Слушайте, это просто жестко. Да, офигенно. Погнала, штучка моя, штучка. Вот это, не, ну классно, конечно, ничего не скажу. Очень-очень жестко она мочит этих врагов. Но, да, видите, мало копы, конечно, нам дают. Но это все очень красиво. Это еще кто? О, фак. Мясник, The Butcher. Кажется, нам его нужно бить в желтое брюшко. Не как остальных в спину. Ёлки-палки. Знаете, кого он мне напоминает? Крэнка. Да. Желтое брюшко. Нам бить его надо. Воу! Че, промазал? Нет? А че он не сделал удар-то свой? Давай! Ладно, хочу взять молот. Опа! Эй, чего такое? Стоп, не бей меня. Ах ты гад! О, он уже красненький стал. Ну, что-то он разозлился, по-моему, вам так не кажется? Ух, ничего себе, он еще и взрывается. Да, я чувствую, блин, толстопуза плюс мясника. Вот это, блин, будет бой. Да, это будет жесточайший бой. Давай, набивай комбари, набивай. Ах ты мразь, вот все мои комбо сшибаются, если я, конечно же, если меня кто-то повреждает. Это раздражает очень сильно. Я представляю себе... Infect. Ну, да, а чё бы и нет. Если будет у нас какой-нибудь толстопуз, вместе с этим, вместе с мясником, вот это будет жестко, конечно. Такс, что у нас там? Видимо, аквилу я смогу убивать. М-да. Вот так вот, вот. А я, помните, тогда прыгал? Я прыгал и в воздухе рубил. Ну как? Кстати, вот мне не нравится, когда в играх есть такие вот... А, туда нельзя. В играх есть такие вот моменты, где нужно проходить еще раз... И еще раз, чтобы открыть на тех же уровнях просто недоступные до этого места. Это вот мне реально не нравится. То есть я хочу вот при первом прохождении открыть там по максимуму. Стоп. Я назад не вернусь, да? Я молодец. Какой я гений. Я должен был подойти к этой хренве, но... Так, сейчас, перезапустить с контрольной точки. Да, давай. Infect. Ну да, чего бы и не прорываться. Так. Сейчас мы
Цепляйся. Это имя уже знаем. И поехали. Просто хочу купить то, что там есть, то, что нам доступно, потому что что-то я поспешил. И поспешил, людей насмешил. Так, у нас улучшение, целых 5 улучшений, ё-моё. Давайте посмотрим, что у нас для Аквилы есть. Убийца, убийцу мы улучшим по-любому. Туда и обратно. Классная вещь, улучшим ее. Стычка. Ух, прикольно, но не очень мне нравится. QF плюс в воздухе что-то. Что это такое? Q плюс правая кнопка. Ух, слушайте, классно. Мне нравится. И чего мы еще? Чего мы еще улучшим-то? Слэм, апперкот, вскрытие, топот, 2 единицы. Е в направлении. Да нет, мне это не очень на самом деле нравится. Арбитр мне тоже не нравится. А вот неистовый полет. О, неистовый полет, это же то, чем я пользуюсь. Это же просто комбо в воздухе. И улучшим его, конечно же. Так, и посмотрим, что у нас за предметы есть. Итак, мне нужно купить золотую сферу. Блин, я же могу купить крест здоровья. У меня хватает. Но я куплю золотую сферу. Одну и вторую. Блин, они дорожают с каждым разом. Кошмар. Просто кошмар какой-то. Здесь, по-моему, все дорожает с каждым разом. Звезда адского курка. Ну, нет, я бы сказал, что я это покупать бы не стал. Вообще. А, ну ладно. Не накопил я на крест здоровья. Что тут поделаешь? Интересно, малые сферы тоже? Тоже дорожают с каждым разом или нет? В битве с этим Бобом, блин, Барбосом научишься использовать... А, ну понятно, да. Научишься использовать Q+, то есть E+, E+, F. Да, жесткое E+, F. Опа! О, а вот и звездочка нам маленькая. После битвы с этим говнюком действительно нам ее сильно-сильно не хватало. Так, и тут же... О, душа! Класс! Еще немножечко нам в копилочку, 890. Хотя крест здоровья там стоит, конечно, много, 2000. Жуть какая. Опа! Hey, вот сволочь, за что? За что ты его убил, урод? Что он тебе сделал? А, это мы назад возвращаемся. Что он тебе сделал, сволочь? Долбанные спецназовцы, как вам не стыдно? О, лесничок. О, Кэт молодец. Так, а куда нам? О, еще червячки. Отлично. Подпитываемся. Ну, чё, сейчас с мясником придется опять сражаться. Блин, не нравится мне это. О, там зеленая личинка есть. Хорошо, хорошо. Так, ну, да, мне придется, видимо, с ним сражаться в любом случае. Вот говнюк, ладно. Hey, over here, sawboy. Воу! А у меня есть свои. Слушайте, нифига его там колбасит. Поверху! Ох ты мразь! А чё, неплохо так одного занял? Эй! Блин, вот ведь сволочь. Иди сюда, мне надо с тобой разобраться. А, он, кстати, забавно. Он, сволочь, идет. Ну все, время тебя промазал опять. Давай, руби, руби. Вот он тупит долго, слушайте. Тупит он, конечно, долго. Но вовремя не увернешься и получишь по репе. Да, бригад. Но. Ах, да, вот. Получишь очень сильно по репе. Сейчас он взорвется, похоже. Нет, ну все, они точно знают, как меня взбесить.
точно знаю. Потому что... Все, он сейчас взорвется. Ба! Привык прыгать, когда что-то запускает. И все время ведусь на эту фигню. Совет для продвинутых игроков. Туда и обратно. Атака туда и обратно с помощью аквилы великолепна для жонглирования врагами, а также крайне эффективна для уничтожения щита ведьм. Класс. О нет, еще и пучер. Кто? Кто вот меня сейчас ударил? Обалдеть, он меня зажал в углу. Просто офигенно. Мне еще следить нужно, блин, за этим уродом. Нифига себе, она взорвалась. Чё она делает вообще? Офигеть, я не могу. Это охренеть, как жестко все сейчас. Получи, тварь. Сдохни, 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 сдохни. Да, она сдохла. Отлично. Теперь мне нужно хилку мою забрать. Вот тут. Давай, 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 давай. Ну чё? Да как? Вот объясните мне. Как мне в ролике... В ролике было написано. Вот вы там можете и так его, и сяк его. А в итоге получается, что... В итоге получается, что он мне только по роже дает хорошо. И нормальной темы не получается мне сделать. Чтобы он такой прыгает у меня, а я его бах, и вверх такой. Ох, какой я молодец. Так, еще немножко здоровья. Блин, они все-таки пропилили дверь. Пока я хилку брал, они тут... Другая дверь. Bitch is near. Сука, близко. Точный перевод. Ничего не придумал. Stay out of sight, you hear? О, ручки. Лучше мне еще зелененьких. Зелененьких, блененьких. Кто там у нас? Забаррикадировано, известно, что мы здесь. Нам нужны подрывники здесь сейчас. You can save her. Тебе ее не спасти. И немножко аквилы. Давай, руби, руби, руби. Ах ты, мразь, как вы меня все достали уже. Хоть немножко-то... Опять бомбочка. Немножко здоровья мне дайте, кто-нибудь. И эти еще щитами просто выбешивают меня. Сдохните все. Опять мины эти. Давай, давай. Мина! У! Давай, сдохни, сдохни, да! Вот так вот. Еще одна мина, я опять на нее попался. Ты маленькая мразь. Кстати, когда он мину кидает, я тоже могу подойти, ударить по ней, и она отлетит прямо в него и взорвется. Сука должна... Нет, шлюха должна умереть. Вот такая надпись. Удерживайте, затем отпускайте цепь, чтобы бросать аквилу во вьющиеся стебли. А, он сам, что ли, нацелит ее? Да. Правда. Сам нацелил. Ну, в принципе, ничего, не особо так нас повредили, я вам скажу. Нормально сойдет. Он в ловушке! В ловушке, в ловушке, в ловушке, в ловушке, в ловушке, в ловушке. Иди сюда, мразь. Мина, мина! Иди сюда, сволочь. Опять мина, да что ж такое? Все мины прям повсюду. В принципе, я могу пробить их щиты, просто атакуюсь долго. А могу отнять у них щит.
На! Опять эти мины сраные. Ух ты, елки-палки! Чуть не попался. Самое бесючее, конечно, что с этими минами... Опять он меня сейчас ударит. Иди сюда. Мину свою дальнюю сюда. Блин. Гадство. На тебе. Давай, давай, давай. Блин, баскин забил мне. Вот это жесть натуральная. Ой-ой-ой-ой, запилило меня. На, мразина. Сволочь, не попал. На-н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 а-
чуть-чуть. А, ну дайте хп чуть-чуть. Ну что вы такие злые? Не даете мне хп. Ладно. Блин, жесткие бои, конечно. Уже не такие простенькие, как раньше были. После этого Боба Барбоса все прямо с ног на головы перевернулось. Кэт, ты здесь? Боже, они внутри. Вперед, вперед. Что-то здесь происходит. Бегите, уходите. Нет, выхода. На тебе, мразь такая, вот так. В принципе, не так уж и много у них хп, на самом деле, я вам скажу. Куда мне идти, сюда или сюда, я даже не знаю. Ладно, пойду сюда. Тебе не спрятаться. Так, а если туда? Ну-ка. А если туда? Я все думаю, что какие-нибудь секретушечки пропущу. Здесь, кстати, что-то не разбиваются. Раньше все, что скукоживалось, хорошо разбивалось. А, вот. Так, здесь что? Видимо, мне так и надо идти сюда. Не знаю. Прямая дорога самая верная, да? О! Это что такое? Малая звезда адского курка восстанавливает небольшую часть адского курка у Данте. Чтобы мне здоровье дали, честно. Мне это... Опа! Я пока туда не пойду, погодите-ка. Там... Мать твою, ты кусок дерьма, где он? Эй, они стреляют в него. Тебе ее не спасти. О! Как он классно рубит-то всех. Давай, давай, давай. Воу! Видали, как она ее прорезала? Давай, руби, руби, руби. И опять он их сам повреждает, блин. Жестко. Опять промазал лошар. И опять промазал. Ну, он, знаете, что я вам скажу? Пока он не красный, вот теперь он пошел атаковать. Вот теперь он, блин, атакует так, что мне... Опа! Блин, надо было отлететь, успеть вовремя. Опа, а вот и новый моб. What are you smiling at? Блин, кажется, я слышал в обзоре, что это самый жесткий моб из всех. Ниндзя. Типа хуже боссов, что даже. Фух. Как бы нам так научиться уклоняться шикарно. Дэч. Слушайте, и чё, и как нам его? Что? И что нам делать? Я не пробиваю его блок. Я не пробиваю его сраный блок. О, вот, наконец-то.
Ой-ой-ой. Ух ты, брась. На тебе. Да что ж такое, он защищается этой фигней? Давай, вот так, это работает. Это работает. Ух ты, сволочь, да как ты меня ловишь-то? Давай, ловись, рыбка большая и маленькая. Ну, ловись. О, нифига себе, он красавец. Блин, да, он-то красавец. А вот мне сейчас крышка настанет. На тебе, сволочь, когда ж ты сдохнешь? Слушайте, это жесть какая-то вообще, я не мог. Да елки-палки, он даже... Даже вот так вот. Как тебя расшибить-то, я не понимаю. На, на, на. Кошмар какой-то, слушайте. Да, получил, получил. Куда он свалил опять? Фу. Тут зараза, кошмар какой-то. Не моп, а жесть какая-то. Надо было дальше в другой проход пройти. Там, наверное, что-то есть. Cat. Что-то было. Кэт! Данте! Я здесь. Я не знаю, что делать. Где Вирджил? Я не знаю. Он, наверное, в сервер-роме. The Octagon, but he might be trapped in Limbo. How do we get to him? I don't know, I'm stuck in here. Is there something I can do from Limbo to break you out? Think! There may be a way. I'll guide you. Ху, ну что ж, прошли мы эту миссию, жесткая довольно была, особенно этот ниндзя в конце вообще стрёмный. Хотя, в принципе, да, ну можно уклоняться от него, можно уворачиваться, ничего особо сложного в этом я не вижу. Но предыдущие мобы, конечно, были позлее, намного позлее. Мясник меня меньше впечатлил, чем толстяк, потому что толстяк все еще продолжает бить меня по лицу, несмотря ни на что. Но все же справляемся мы с ним со всеми. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка под видео, советуйте, друзья. Всем спасибо, с вами был Гидеон, и до следующей миссии.